Здравствуйте, друзья! Сегодня мы купили такую вот игрушечку для детей. Тюбинг в простонародье называется ватрушка. Сейчас будем ее собирать. Это чехол ватрушки. Вот Сергей мне помогает. Бери. Здесь у нас камера. Снимите Сергея, пожалуйста. Он у нас любитель таких выкрутасов. Камера обыкновенная, автомобильная, Джигулей на 13. Ватрушки есть замок. Открываем. Сначала она вот так складывается вдвойне, чтобы было легче вставлять, и вставляется. КамАЗ, Сережа. Внутри камеру расправляем. Три. До конца расправляем аккуратненько. На ровно было. Откручиваем колпачок и будем качать. У нас компрессора нет, поэтому будем качать ручным насосом. Сергей, принеси-ка нам насос. Так, ставь сюда, чтобы не заморать. Это будет долгая процедура. Три. Маленько накачали, расправим. И теперь качаем дальше. До конца уже. Давление должно быть где-то 0,5-0,7 атмосфер. Вот накачали, готово. Так, колпачок. Закручиваем. Закрываем. Ватрушка. Ватрушка готова к использованию. Завтра мы ее протестируем на горке. Эту горку мы уже снимали. Ссылку мы оставим под видео. Посидеть. Наконец, видео вы увидите. Пришли на горку. На улице минус 30. Детей много. Смотрите. О, красота. Весело. Серега, подтолкни. А ты, Друсиха,
сейчас прыгнула. А вот это не смешно. Надо было до конца ехать. Чего испугалась? Ты сиди, сиди. Серега! Прыгнула. Поехали! Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До свидания, друзья. Садись давай с дедом, Саша. Да, на трусиха она не поедет. Поедет. Деда, золотая! С Рождеством, друзья. Удачи вам. Всем пока. Вот как далеко. Можно до середины реки доезжать. Ну. Вот.